Сочи Соло – единственный эстрадный мужской вокальный коллектив сочинской филармонии. Сочинцы могли неоднократно видеть их выступления в Зимнем театре, в органном зале, на различных городских мероприятиях. В таком режиме ребята работают 2 года. Цель должна быть недосягаемой, наверное, для того, чтобы развиваться как можно быстрее. Мы для этого делаем все возможное. Очень людям главное то, чем занимаемся, и стараемся, чтобы людям мы очень нравились. И вот теперь у них появилась возможность выйти на более профессиональный уровень. Лев Шапира, автор хита «Самый лучший день», писал песни не только для Григория Лепса, но и для Лолиты. Сегодня прилетел в Сочи познакомиться с исполнителями и предложить им совместный проект. Какой, правда, музыканты еще не знают. Вывод сделают после общения и репетиции. В Сочи Шапира пробудет 5 дней. Мне каждый день радость приносит. Я могу написать песню, неизвестно даже по какому поводу, вот серьезно, абсолютно. Сейчас познакомился с новыми людьми, вечером приду в номер, напишу чего-нибудь. Такое тоже может быть.